салому эҳтиром бинандагони гиромӣ. Барномаи хабар аст аз шабакаи иттилоотии ҷаҳоннамо. Дар студия Зарнигор Равшанзода. 28 июн дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, президенти Федерасияи Русия муҳтарам Владимир Путинро ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олиқадр фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлатии ҳар ду кишвар оро ёфта буд. дар қасри миллат музокироти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти федерасияи русия муҳтарам владимир путин ки бо сафари корӣ ба душанбе ташриф оварданд баргузор гардид. Уважаемый Владимир Владимирович, приветствую вас в Таджикистане. Россия важный стратегический партнер и союзник Таджикистана. Взаимоотношения наших стран имеют высокую динамику развития. Российская Федерация остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. За 5 месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос почти на 50%. Активно развивается взаимодействие между регионами. С сегодняшнего дня более 80 регионов России имеют деловые и другие связи с Таджикистаном на очень высоком уровне. Находится культурно-гуманитарное сотрудничество. В Таджикистане успешно завершается строительство России 5 школ с русским языком обучения. Особенно хотел бы отметить тесные сотрудничества наших стран в области безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших отношений, также международные и региональные вопросы. С акцентом на ситуацию в Афганистане. Еще раз добро пожаловать, уважаемый Владимир Владимирович, и очень рад видеть вас в городе Душанбе. Спасибо большое, уважаемый Эмомали Шарипович. Благодарю вас за приглашение. Мы встречаемся сегодня в соответствии с нашими договоренностями. Эта встреча должна была бы состояться и раньше, но, к сожалению, пандемийные эти условия вводили все свои ограничения. Сейчас ситуация вроде становится получше, поэтому, как и договаривались во время наших предыдущих встреч, вот сегодня проводим очередное мероприятие двустороннее в столице Таджикистана. Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира. Но прежде чем начать беседу, хочу вас от души поздравить и вас, и всех таджикистанцев с национальным праздником, который вчера, по-моему, отмечали, да? День народного единства, национального согласия. И хочу пожелать от души всего самого доброго всему Таджикистану, вам, как главе государства, и всему народу Таджикистана. Действительно, наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям, активно причем. Вы отметили хорошую динамику в сфере торгово-экономических связей. Действительно, и за прошлый год, и за первые 3-4 месяца текущего года мы демонстрируем, по сути дела, рекордные темпы роста товарооборота. Вы знаете, что мы ввели максимально благоприятный режим, и вы все время поднимаете эти вопросы при наших личных встречах для граждан Таджикистана, работающих в России. И на сегодняшний день можно констатировать, что эти люди вносят существенный вклад в развитие и экономики нашей страны, являются таким мостом, человеческим мостом дружбы между Россией и Таджикистаном. Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений, в региональном смысле этого слова, должны быть и будут, конечно, в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и являются очень чувствительными. Вы хорошо знаете об этом. Со своей стороны буду рад услышать ваше мнение и заинтересован в этом по поводу того, как развиваются отношения в соседнем государстве, в Афганистане. Вы знаете, что мы все делаем для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию, но исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны принимать полноценное участие в управлении страной. Вот в этом ключе мы будем продолжать работать. У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране. Недавно была представительная делегация Афганистана в Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме. Но вам отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране и что нужно сделать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности, была стабильной и не угрожала никому, никаким соседним странам, шла на пользу, в том числе и национальному народу Афганистана. У нас очень много вопросов, и я рад возможности сегодня. Большое спасибо. Спасибо. ضمن ملاقات سران دو دولت وضع کنونی و دورنمای تمامی مجموعه شریکی استراتژی و مناسبت‌های همپیمانی تاجیکستان و روسیه را مورد بررسی قرار دادند. جانب‌ها با اظهار قناعتمندی تمایل مثبت رشد مناسبت‌های دو کشور را در طول 30 سال پس از استقرار رابطه‌های دیپلماتی سپری شده قید نمودند. همزمان اهمیت نگاه داشتن مکالمه سیاسی منتظم و اعتماد بخش همچنین رابطه‌ها در سطح‌های عالی و بلند تاکید کردید. سرعت بلند رشد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی همچنین رابطه‌های بین منطقه‌ای در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتری و دیگر سمت‌ها همچنین همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی با قناعتمندی ذکر کرده شد. در این ضمن پرزیدنت‌ها قید کردند که حجم تجارت بین جانب‌ها در 5 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 46.2% افزایش یافته است. فدراسیون روسیه در ساختار سودای خارجی تاجیکستان موقع پیشصف را اشغال می‌کند چنانچه سال گذشته افزایش گردش مال میان دو کشور 39% را تشکیل داد. جانب‌ها جهت ادامه کار مشترک برای باز هم گسترش دادن رابطه‌های تجارتی و اقتصادی در زمینه سودمند به موافقه رسیدند. در رابطه با این به مسائل آمادگی به فروم سرمایه‌گذاری که قرار است در ماه سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار شود توجه مخصوص ظاهر کرده شد. سران دولت‌ها به سطح همکاری جانب‌ها در ساحه‌های فرهنگی و گومانیتری به خصوص در بخش‌های معارف، علم، فرهنگ و تندرستی بهای بلند دادند. قید کرده شد که در تاجیکستان برای نگاهداری و رشد زبان و فرهنگ روسی اینچنین فضای تعلیمی روسی کارهای زیاده انجام داده می شوند. قابل ذکر است که در تاجیکستان ساختمان 5 مکتب با تعلیم زبان روسی از جانب روسیه با موفقیت انجام داده می شود. در نظر است که آنها تا 1 سپتامبر به استفاده داده می شوند. سران تاجیکستان و روسیه با نظر داشت نیازهای واقعی امروزه وسعت بخشیدن به همکاری‌های عملی منبعده را در بخش‌های فرهنگی و گومانیتری دو کشور ضرور دانستند. ضمن ملاقات بر رشد وضعیت در افغانستان و وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان توجه خاصه ظاهر شد. در این زمینه محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین مسائل گسترش همکاری در زمینه امنیت از جمله در بخش‌های همکاری‌های نظامی و فنی و مدافعی به خصوص در قسمت تجدید اقتدار قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و تحکیم حفظ سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان را بررسی کردند. инчунин дар мулоқот оид ба дигар масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули ҳамаҷониба афкор сурат гирифт. Дар бораи идомаи ҳамкориҳои мунтазам аз рӯи масъалаҳои дар боло зикр шуда дар сатҳҳои гуногун ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд. бинандагони гиромӣ, бо расидани дигар хабарҳо шуморо дар нашрҳои навбатӣ ошно хоҳем кард. Бо шабакаи ҷаҳоннамӯ бимонед.